Рязанские полицейские на месте преступления задержали нетрезвого жителя областного центра, подозреваемого в разбойном нападении. В дежурной части УВД по городу Рязани поступило сообщение о том, что на территории Октябрьского района находится подозрительный мужчина с предметом, похожим на пистолет. По горячим следам сотрудникам следственной оперативной группы данный гражданин был задержан. Им оказался ранее судимый житель города, который привлекался ранее за совершение тяжких преступлений. В настоящее время человек задержан, проводится проверка. Сам задержанный ведет себя абсолютно непринужденно, в содеянном явно не раскаивается и даже имеет все шансы стать звездой Ютуба. А в магазине что делал? Не помню, что я делал. Зашел, наверное, зачем-то. Зачем? Надеюсь, я там ничего не сделал такого плохого. Что у тебя предмет похожий на оружие было? Что такое? Да он не похожий, это было оружие. А что за ствол? Откуда я знаю? Нормальный ствол, только жалый. А ты где его взял? Я же сказал, на Циолковского. Где овраг? Ну? Смотрю, валяется, взял. Дальше что? Я даже думал, он не стреляет. Ты его с собой взял, да? Да. Потом куда пошел? Потом пошел домой. А в магазин не заходил? Это не помню. Заходил, наверное, раз там был. Понятно. Только вопрос, зачем? Что-нибудь там купить заходил? Ничего не купил. Да не помню я. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.